монтаж контейнерной площадки у нас будет. Здесь у нас торцы. Будем устанавливать на эту площадку. Здесь выгрузили инструмент, профлист, поликарбонат зеленый и каркас серого цвета 704 по каталогу. Сейчас будем устанавливать по два бака на эту площадочку. Все, приступаем к работе. Монтаж контейнерной площадки под два бака. Здесь мы уже собрали каркас полностью, обшили крышу. Сейчас будем обшивать заднюю стену профлистом, ставить подпорку под центр, под среднюю арку. Вот, примеряем ее. И будем танкериться уже. Закончили монтаж контейнерной площадки под два бака. Ширина 1,5 метра, длина 3 метра. Каркас стоит из трубы 20 на 40 плюс 20 на 20. Цинк плюс полимерно-порошковая покраска 704 цвет по каталогу. Профлист у нас идет зеленый, плюс поликарбонат также зеленый. Заанкерили его в плите. Все полностью готово. Такая вот площадка по два бака. Thank you.